Куси 4 человека. АФК встать, чтобы он укус словил. 3 человека. Пожалуйста. Я случайно отбежал. Алиса, можно... тут? Алис. Мастер, у нее отключен микрофон. Нет, слышно. Мне похуй, отключен ли он микрофон, она что, вообще охуела тварь или что, блядь? Что такое? Хуяли она говорит, блядь, и пиздит хуйню всякую, блядь. Она написала царю, что я, блядь, как бы сказал нахуй, что он ливнул, чтобы пойти просто в топовую гильдию нахуй. Покажи мне хотя бы раз, где я это сказал, блядь. Сучара ты ебаная, блядь. Да тихо, 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 давай я... Блядь. Секунду. Что, царь? Это самое... А она тут может говорить, вот в это закрывали пиздаки или нет? Нет. Давай. Сейчас отключить. Она и... наушники даже вырубила, да? Сейчас я напишу ПМ. Посидим тут, я не хочу, чтобы рейд слушал нас. Потому что она за дохуя пиздит, блядь. Так, Алиса, включи микрофон. Ладно, пишите. Алиса. Мне в ПМ пиши. Мастер и Алиса, давайте я вам кое-что скажу. Сейчас сделаем так. Я перекидываю нас обратно. Мы стараемся на боссе не вайпнуться, чтобы пан сделал квест. И дальше... перейдем на трэш, будем говорить. Хорошо? Отложим немножко. Все, я перекидываю. Ты словишь зеркало? Он тебе говорит про товар. Вот лицо что? Встанет и словит. То есть глазастик сейчас не идет вместе с Алисой. Идет Алиса и пан, да? Первые. Да, да. Все, глазастик, да? Ты потом подойдешь. Сверчу на пул. Ласик, понял, что делать? А, зеркало не надо, наверное, вообще. Стойте, стойте, стойте. А с укусом, то есть не дамажим, да, пока что пан не получит укус, правильно? Пан. Да, да. Все, то есть никто не дамажит, никто ничего не делает. Можно буквально секунду? Давай, давай, быстрее. А, пану не обязательно быть офф-танком. Он не офтанк, он не офтанк, он не офтанк. Ему надо танк. Только сначала получить зеркало и все, и уксить. Просто он надел шмотки, потому что он сдохнет, если он будет не в шмотках танка. Он не офтанк, офтанк у нас глазастик. Все, давайте. Алиса и пан первые идите. Никто Алиса, не дамажит. Алиса здесь нет. Алиса здесь нет? Есть. Вы, она. Они... Успокойтесь, нахуй. Словили. Все, все, словили. Не дамажьте, не дамажьте. Мастер стопани, мастер стопани. Мастер, сам его перекинул. Там никто не перекинул, ты всех уже вернул. Укусишь пана. Ну, подойдите, подойдите. Все втроем под жопу босса. Тени готовимся. Ромка. Тени готовимся.
пана кусай. Мастер, кусай Зидума, пан, кусай Виби. Тени, клыкач. Хмурый, подойди под жопу босса. Все, в центр уже идем. В центр. Так, на мне тени. Отошли от меня. На мне антир, это хорошо. Сейчас дам гимн. Заебись. Пиздец. Ну это вайп можно. Пробуйте. Сбегитесь. Эй. Дурачки. Бокс. Называется укуси за дом, блять. Он стоит в конце другого рейда, нахуй, да? Все, в конце комнаты. Далин, поднимай мастера. Хмурый Ромалика, пятая патя. Кто кого кусает? Сейчас скажу. Пан, кусай Аспера. Сейчас тени пройдут. Пан Аспера, Зидум кусаешь Вайда, Виби кусаешь Чопс ДК. Все, ладно, раскусали. Теперь говори. Сбегитесь. Да опять сова ебучая. Считаю, что надо упасть просто и все. Да, вот. Бьем. Отходим, нет, не бьем уже. Отходим назад. Диван дайте, диван. Это, поищи в чате в гильдейском кого-то на этого босса. Бурому здесь нечего делать больше. Сейчас я дам вас срез, зайдите в лужу, умрите. Мура, извини, но... Пиздец, ребятки. Тихо. Побыстрее, упадите. Помолчите. Подойдите, умрите к боссу быстрее, не тяните время, мы еще можем сделать квест. И тот квест. Быстрее это делайте, упадите, встаньте спиной. Снимайте диван и вас срез. У меня, короче, взрыв трупа стал уходить и в уклонение, и в промахи, ебать. Раньше он в любом случае попадал. Что, если тебе так тех, кого не достало? Блядь, еще раз говорю, после рейда будет собрание, там наговоритесь. Сейчас завязывайте. Сейчас нужно сделать быстрее. Так, начислим ИП. Ну я не знаю, сейчас табличку открою быстренько. Нашел кого-то, нет? Что сейчас скажу? Ну профи хард тормоз. Паладины бафы. Все даем бафы. Профи хард не отвечает. Давайте бить так.
опять так же... Ну бегите! О, а, все получилось. Мастер панок, Сальву дайте по мастеру. Не надо сальву, на меня уход. Тени. Ромил, Ромалика. А бабу не снимает тени? Под босса встаньте все. Тени. Чопс ДК. Микстур кипать. Хотя не, не кидай, это там собака. А чё с ним? Так он лимнул с рейда, чтобы попасть к нам, блядь, рейд. Сбегись. Пан кусаешь Виби, мастер кусаешь Дедума. Тени. Аспер. А где он до этого был? Он место уступал кому-то. Не место. Вальдеза, антифир на себя кидай. Все ушли в центр. Вальдеза, на себя антифир. Далин, тени. Вальдеза, диспел даешь по Далину. По Далину диспел. Диспел по Далину. Не справилась с этой задачей. Читай гимн на ХП. Гимн на ХП читай. Хильте, блядь. Мастера захильте. Сбежались. Сбежались. Бокрус. Пан кусай Вайда. Мастер кусай Аспера. Виби кусай меня, Шарпистул. Зидум кусай... А Зидум в Дискорде, надеюсь? Зидум кусай Император Нет. Шам. Напишите, пожалуйста. Ему. Вы что, дали номер? Да. Нахуею. Утя, выбеги. Тени. Бокрус. Ферджерс 5 секунд. Бокруса захил. Все прожимки отдаю. Приготовьтесь, у кого гимн на ХП есть. О, я дал. У кого? ДДшника кусайте. Подходим быстрее под жопу босса. Геру давай. Погоди, а сука, ушло. Хватит. Стой, сука. Чап ДК, выйди. Да ёбаный в рот. Убейте его быстро. Тени.
Клыкач. А, ну пусть не вы хилить не умеете. Успеваем нормально. Не, не успеем. Нет, мы не успели. Дамаш. Центр, ушли. Ложимся. Ой, блядь. Если мы сейчас за 4 минуты, за 3 пульнем, питом. Начинаем представление. Какая жалость. Микстурка в чате, в Дисе. Угу. Не повезло. Не знаю, ну. Сука, просто нет слов. Там у всех КДМ срез. Рез эти. Рез эти речи. Бог, ставь шкаф уже. Дай на 4 минуты пульнем и убьем, то успеем. Там больше 5 минут все равно. Не убьем за 2 минуты. Не убьем, а пульнем. Пульнем, да. Ты все поставил суманить. Сумойте быстрее их. Суманите, я релогаюсь. Ты логаешься, понятно, надо суманить? Ну, типа, я буду в конце тащиться. А ты реснит? Быстрее, быстрее, резь. Лазастик, Утя, Эвинар, сумоньте их. Тыкайте на сумонную, стойте. Мне кажется, она не убьет прям за зеркало моментально, нет? Типа, ты даже на шмот себе оденет. Пистобаф дай. Свет выключаем. Быстрее, 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 быстрее. Фулл баф, быстрее, быстрее, быстрее. Ебать, на. Стойте, ага. Есть дебаф? Да. Сейчас будет ГП, ребята. Дай мне ГП. Вот. Что? На те тени. Чоп с ДК. Точно так же локо поставить. Утя.
центр, пошли в центр, в центр, в центр, в центр. О, как же везет. К черепу не подходите, там тени будут. Наберите рейндж. Хилы за хил. Рейд просядет, сейчас сдохни. Захил всех на фулл хп. Друг от друга рейндж. На второй взлетке нельзя никого проебать. Там надо все гивны и выражимки отдать танков. Сбегаемся быстрее под жопу, босс. Тени. Грэма. Кусаю Вайда, да? Пан, кусаешь Вайда? Виби, кусаешь Асбера? Аспера? Сейчас будут тени. Сомалийский. Тени. Пан Вайда, Виби, Аспера, мастер, меня Шарпистула, Зидум, император Шама. Войд, поносите тени. Тени 5 секунд. Вальдеза, на себя антифир. Зидум. В центр вышли. Диспел, 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 со всех диспел. Назастик, 4-4 есть? Гимн, давай. Да, нету. Вальдеза. Гимны даем все. Быстрее на хп всех. На фул захил. Сука. Ёбаный, ну говорю, блядь. Ёбаный ты в рот. Я укушу миксту. Кусайте просто ДДшника, главное ДДшник. Под жопу. Тени. Еру? Микстурка. Выйди. Беги, выбеги. Отошли немножко, осторожно. Правильно. Отошли оттуда. Геру давайте. Геру. Чуть укус не проебал. Тени, секунда. Сбежались! Пипипал. Из-за квеста очень тяжело на самом деле. Ничего тяжелого. Первый осколок. Тяжело в плане берсы ДПС. Так было, когда ДПС мало было, мы в берсу убивали. Еще с баблом добивали. Ничего тут сложного нет. Выносишь тени. Сложного не спорю, а то, что ДПС не очень много. Ну, то, что квест. Тут ДПС... Квест засчитался, стойте, не сдавай. У меня вот, я могу сдать. Секунду. О, я взял. Почему его нельзя сдавать? Я могу сдать. Как дела? Было два квеста. 750 ОД. Оружие. Лучше умереть сейчас, чем опять собирать реагенты для этого больного Финкельштейна. Довольно пустой болтовни. Прибыли наши герои. С их помощью мы пробьемся через зал. Кто у вас только что получил? Котлас, что без ДК? Кому я отдал? Плечом к плечу, Крок. Но ты оказался предателем. Иди же! Котлас, что без ДК? Кому я отдал предыдущую печеньку? Котлусу? Тогда на. Чёрт с ДК. Так, давайте поговорим.
когда мы трэш, так, особо не напрягаемся. А кто это такой, крыса, кто это? Кто знает, кто это? Без понятия. Я по активации голоса тут алыбы, а я сейчас танчить буду. Будет неудобно пиздеть. Мастер крыса Рома, ты знаешь, кто это? А я знаю, кто это. Точнее, есть чувак с таким ником в Peaky Blinders. Крыса Рома, это кто? Какой ник? Ну вот в DC позакрывали пиздаки, в канале сидит. А какой ник, я не знаю. Ну, типа, есть Peaky Blinders чувак с ником крыса. Но я не утверждаю, что это он. Тон-тон-тон. Заблокировали. Вообще не знаю, какой пошел на. Выгнали его. А чё здесь думал? А чё здесь думал? Чё-то говорит, я говорю, пошли в ДИС, он говорит, у меня прав нет. Что у него? Говорит, ты его кикнул. Сейчас сюда пол гильдии прибежит, и никто не сможет слово вставить. Ну так пускай послушает, какая-то пиздливая нахуй. А кто меня слышит? И наебываешь когда... людей нахуй. Ну что? Ты нахуя царю написала, что блядь, я про него пишу, что он ливнул другую гильдию топой, чтобы одеваться нахуй? Я сказала не, я не пиздела. Это крыса Рома, это и есть этот зидум. Сейчас я его... Так вот, когда я что-то говорю, мне все массово начинают перебивать, и поэтому никто меня не послушает. Мне похуй, мне нахуй царь мне написал... Бог дали бодики? Мне царь сказал, что ты ему написала, что я как будто сказал, что он вернул гильдию, а хотел другие гильдии. Говоришь про меня и ума про царя нет, окей, давай я тебе послушаю. Я про царя не говорил, я тебя спрашиваю, нахуя ты это сказала, блядь? Это во-первых. Во-вторых, я Ума Турман другое сказал. Давайте не будем ругаться, ребятушки, все хорошо. Давайте начнем с того, что я не в курсе событий. Почему ушел царь, да? Угу. Вернем, все, не вопрос. Как бы это другой вопрос, да. Чего вы ругаете сейчас? Я вам сказал, кому надо закрыть. Ну не закрыли. Ну что теперь, блин? Что это говно все возить? Ебаный насос, блядь. В отдельный чат там хотите уходить. Ничего. Ну вот и все хорошо. Я здесь дискорда. Все, извините, ребят, честно. Я тебя ничего не имею. Да никто не против кого ничего не имеет. Понятно, мастер, ты своя личность, это базарубес. Ну блин, не хуесос пацанов, которого даже не знаешь. Я его не хуесосил. Еще раз, блядь, говорю. Он вышел. Ну ладно, да суть не в том. Микстурка, ты что думаешь? По поводу? Ну ты был же, да, по-моему, когда ушел Ума Турман, когда царь ушел. Ну Ума Турман уже все понятно. Когда Ума Турман, я вроде не был. А. Ну как раз когда Ума Турман был царь. Царь... И что, кстати, вы хотите по этому поводу сказать? Мастер, ты что хочешь сказать
поводу царя, по поводу... Мы потеряли топового депрессора и т.д. и т.п. Я хочу одно сказать. Ты в этом тут виноват. Я не буду, блядь, заступаться, как тогда против Твиси было, что половина гильдии льнула. Тогда ты был частично прав. Тут ты тоже немножко частично прав, но нет. Тут я в большинстве случаев за царя. Так, значит, давай раздавать муты. Можно я кое-что раздавать скажи, муты. Вы меня не будете перебивать. Ну, говори. Если вы меня перебьете, я просто уйду в канал и не буду с вами больше обсуждать это. Окей, все, я ухожу в другой канал. Скатерть она дорогу. Специально это хотела. Пускай, это, блядь, девушка. Слышишь, Ллойд, типа, фишка в чем? Он же жлевнул не потому, что вы там посрались там или еще что-то, потому что ты опять раздал ему мут. Причем, блядь, в трех местах. И кикнул там, с рейда. В Дискорде, кикнул, да, с рейда, и, типа, блядь, где там, в Дискорде и в гильдии мут ему раздал. Так, ваша позиция какая? Я пидорас, царь, нормальный, крутой чувак, да? Позиция в том, что ты поступил неправильно, и ты это даже не признал. Вот в чем моя позиция, и вот почему я тогда ливнул из рейда в Зайсена. Моя позиция, я, блядь, до сих пор не понимаю, нахуй вы, блядь, это возите за собой дальше. Вы вроде тогда выяснили отношения. Нахуй ты его замутал, вот это вот загадка для меня. Он по-своему был неправ, то, что начал в гильчате разводить, типа, кто, блядь, за то, чтобы я ливнул с гильдии. Ну, типа, тоже неправильно. Теперь но нахуя ты его с рейда... Я сейчас все это объясню, и вы пересмотрите свое решение по этому поводу. А никто еще ничего не решил. Ну, вы, я не знаю, что вы решили, что нет, но вы говорите, что в тот раз я был прав в большую сторону, теперь я не прав в большую сторону. Теперь я пидорас, получается. Теперь я объясняю свою позицию, как это вижу я. Как вижу я то, что я сделал то, что считаю нужным и что считаю правильным с царем. Во-первых, на мне, ну, хотите вы этого или нет, но лежит ответственность собрать рейд. Когда я собираю рейд, мне ни в каких ситуациях не хочется, чтобы кто-то, любой человек, неважно кто это, заходил и начинал портить не то, что мне настроение, а еще и флудить тем самым в рейде, в Дискорде. Мне это не надо, это первое. Это никому, я думаю, не надо. Если вы, извините меня, такие интересные люди, то давайте я не буду водить рейды, а вы возьмете все и будете их водить рейды. Как кто-то из вас, любой, Элрей, Микстурка, Мастер, Царь. Что Царь заэрелил? Вот Мастер больше Царя рейдов заэрелил, это я знаю. Царь что заэрелил? Одну обычку, одну Геру. Что это? Что Мидвей заэрелил, что я заэрелил? И не будем смотреть на то, что это виклики, по вашему мнению, бесполезно. Это сейчас, твоя ситуация, я сейчас не буду перебивать, я договариваюсь. Сейчас я дальше договорю. Значит, как это было? Он заходит в Дискорд и говорит: я пошел в рейд, да я так, помочь, типа, я могу уступить, мне здесь ничего не надо. Я пошел в рейд послушать, что за хуйню Войд несет. У меня с этой хуйни, я честно вам скажу, вот скажи мне такое, я перестану уважать человека, потому что я такой хуйни не принимаю вообще никак. Как это, блядь, я хуйню несу? Я, то есть, сижу, дурачок, там, блядь, час ночи, собираю рейд, нахуй. Я несу хуйню. Я собираю рейд, чтобы люди прошли, полутали эти печеньки, шмотки, ЕП. А мне заходит человек и такое говорит. Я ему дал мут. Дальше что началось? Я не хотел это слушать. Дальше что началось? Он начал его снимать и флудить. Я просто снял с него права. То, что он начал писать в гильдии, я уже не помню, что он там писал. Я не, даже не помню, я помню, он написал. Он написал, кто за то, чтобы я ливнул с гильдии. Дословно. А, да, точно. Типа плюс в чат. Он такой говорит, типа, Войд, ну кикни меня тогда с гильдии, типа, что права снял. Я говорю, я не могу кикать с гильдии, может только Тёма кикать. Дальше я напишу, что я никогда никого не кикаю с гильдии. Я, ну, то есть никогда никого не кикаю. И после этого, через несколько секунд, там, через полминуты, он ливает с гильдии. Во-первых, ребята, вот если ты пошел в рейд, вот возьмите пример с Турбо, с Чулана. Вот эти люди, я не могу сказать, что они такие, как царь. Они оба ДПСят, как царь, но они не такие, как царь.
Я не хочу сказать в сторону царя что-то там. Что он да, потому что ничего, ни царь, ни эрелит, я тебя тут перебью, ну, потому что ни царь, ни турбо, ни эрелит. У них нервы не подпорчены, это раз. Это еще надо рассчитывать от того, какой я это человек, блядь. Так ты смотри, вот ситуацию с того же Каратреса, когда мы с пивом били ее. О, я говорю, турбо, озвучивай, пожалуйста, гимны на ману. У этого флот постоянно идет лишние разговоры. От турбо я услышал ник и гимн. Я не увидел, еще раз тебе говорю, Войт, там лишних разговоров. То, что за много было, окей, но это не были лишними разговорами. Это моя позиция. Вот это все. Дальше круто. Смотрим по ситуации за Эсси, который был в прошлый раз, когда я линул из рейда. Потому что если бы ты послушал царя, мне пофиг, по какой тактике убивать. Но я знаю, что мы по той тактике убили, значит мы быстрее будем меньше вайпаться, нахуй. То есть есть смысл, нахуй. Царь хотел ворваться, нахуй, рассказать тактику, блядь. Нормально, спокойно. Ты ему дал мут и спрашиваешь у Малики-то, нахуй, тактику. Где он, блядь, стоял, что он делал? Одну секунду. Давайте вот там перерыв, одна минута осталась. Вот сейчас, через одну минуту, мы начнем бить босса, а потом вы все решите после целого. Чтобы вы не задерживали других 20 людей. Да, ты иди в тот канал, говори, ну там треш побьем на расслабление. Да, окей. Вот. Ну, в той ситуации с ЗСом, да, я мог его послушать, но я хотел рассказать тактику, как мы вспомнили с Малики, там, кто где стоял. И шамана там поставить. Ну, во-первых, холипау не было, это не отмазка, там, да, там я виноват, что не стал его слушать и замутал. Потом он написал такой ультиматум в чат, типа, ну, типа, я с мутом не пойду, я тогда вы пойдете, типа, без меня. Ну, у меня горит жопа, когда мне такое говорят, типа, ну, типа, иди нахуй, типа, ну, какой-то там депрессер, который 20к дает. Неважно, кто это, хоть, я не знаю, хоть сам Господь Бог. Я, типа, пойду, вы без меня пойдете. Блять, флаг в руки, ребята, не знаю, я не буду никого умолять и на коленях вставать перед вами, ёбаный стыд, хоть миллион вы там ДПС отдаете. Просто такое, ну как можно такое писать, типа вы говно все, без меня вы типа говно, нахуй, вы никуда не сможете. Вот как с моей точки зрения это выглядело. Я его кикнул с рейда, я не знаю, блять, я говорю, ну давай попробуем просто посмотреть, что будет дальше. Дальше ты ливаешь, и дальше все просто по пизде пошло. Там как бы, ну, нельзя было что-то собрать, я говорю, давайте разойдемся. У меня ливнул из-за мута, потому что дал царю. Ты постоянно почему-то против царя, блять, относишься хуёво, блять, в последнее время. Не в последнее время, когда вы туда посрались. Вот по этой причине эта хуйня и бывала. Именно, блять, ты мог царя, блять, потому что царь знает, блять, что он пиздит. Блять, какой бы он ни был одетый, хуже, не хуже, ЧСВ, не ЧСВ, но он знает, что он пиздит нахуй и рассказывает как тактику. То есть, если бы мы его послушали, никто бы не распался, никуда бы не ливнули, и мы бы убили босса спокойно. Все могло быть в миллион раз лучше, да, это все круто, но я скажу одну такую вещь. Ты собрал рейд, будь добр, Ирель. Если у меня терпения не хватило, то возьми, собери и покажи, как у тебя хватит. Вот я что могу сказать. Он не собирал этот рейд. Если он собирает рейд, я сижу и молчу. Я либо слушаю музыку, либо сижу и молчу просто. Как Мидвей там и Релит. Я, блядь, беру, сижу и слушаю, как Турбо это делает, как это делает Чулан. Вот эти люди, они вызывают уважение. А этот человек везде хочет ставить все и показать там. Ну я не знаю, что он там хотел показать. Я тоже такой нахуй, что я вчера пошел на цифру, блядь, вечера нахуй, силка 210М. Я тупо, блядь, не мог выдержать без дискорда. Я зашел на профи нахуй и рассказал тактику, мы убили. Потому что это делается ради того, чтобы нахуй гильдия, блядь, убивала и одевалась. И ради того, чтобы РТ... Для того, чтобы ради этого... Чтобы РТ, блядь, было нахуй, быстрее приходило. Вот для чего это делать. Вот, теперь... Ладно, это мы рассмотрели там... Я там пидорас, хуйсос, мне там не хватило нервов. Я не буду оправдываться там, ну вам, я думаю, похуй, что у меня там час, там 2 часа ночи, что я сижу, эту хуйню все делаю, и у меня там 2 часа, 3 часа спать осталось до работы. Это ладно, это мои проблемы, вас это не должно касаться. Чего ты взял, что теперь с тебя кто-то требует оправданий? Теперь... Я зашел, мне нет, нужна была информация сказал, точная. Что случилось? Я просто дал Я не знаю, что вчера было, мне не было. Теперь дальше. Ну, теперь я тебе объясню позицию, что как было, и ты просто рассмотри эту позицию. Вот я сказал, что мне это не нравится. Если мне это не нравится, то что я должен делать, по-твоему? Я должен слушать этого человека? Я дал ему мут, потому что он издевается надо мной и пытается как-то унизить меня. Я ему еще тогда сказал, что ты пытаешься посмеяться над ДПСом там или еще что-то.
Ну, он там говорит, все нормально, все спокойно. А потом заходит в Дискорд, когда я собираю Грул Маги Гер 4 рейд. И считаю, что Виклик там 400. 4 рейд за вечер. И он мне говорит, типа, я послушаю, что за хуйню Войт несет. Ты думаешь, это я так и должен слушать таких людей? Я никогда не буду таких людей слушать. Какие бы они там ни были, блядь. Хоть в 10 миллиардов. Потому что, если бы не было той хуйни, нахуй, которая в ЗАЭСе была, он бы не зашел и этого бы не сказал. Надо смотреть по последствиям, которые случились до этого. Ну, все, в итоге можно подвести итог. Кому я не нравлюсь, можете меня пидорасом назвать, хуйсосом, там, в рейды мои не ходить. Мне до пизды, блядь, ребята, нахуй. Я собираю тех, кто мне плюсует. Пока не будут мне плюсовать, я буду собирать. Мне никто не ебет. Я говорю еще раз, моя позиция. Если вы, блядь, если со мной будет общаться так, как царь, блядь, я не ставлю себя выше там кого-то, блядь. Да, я все это всегда признаю, свои все ошибки, что я там, блядь, да, уставший был и дал ему мут. Из-за этого все, весь рейд развалился. И из-за меня куча людей всегда сгиндили. Туматулмы там всякие. Все не будут ливать, блядь, до тех пор, пока я тут. Я свою позицию сказал. Блядь, ну, я не буду сидеть, терпеть, когда со мной так общаются. Я слишком много здесь провожу времени. Если он, извините меня, не ценит тех людей, которые одеваются, которые, по его мнению, говно, а он, блядь, весь такой в донате, нахуй, если он их не ценит, а я этих людей вожу на виклики, нахуй, и они оденутся, рано или поздно кто-то из них, я в это верю, блядь, будет нормально играть с нами и в геру попадет когда-нибудь, и рано или поздно... Большинство людей считает, нахуй, что ты вводишь выклики, если остальные рейды, чтобы одевать своих твинков, нахуй. Ну, вот, пожалуйста, это так и есть, я одел 3 танка, в чем проблема? БДК, Мишка, Протовар, Армс, ну, Варм, да, мы там 2 спека. Все правильно. А что? Все остальные ходят. Я один пошел такой престом, а все остальные пошли фуловыми царями задоначенными. Нет. Пускай считают. Блять, если мозгов мало, как у курицы, блять. Пускай считают. Я что от этого должен страдать? Я говорю еще раз. Если мне какой-то пух зайдет в дис, там какой-то пайкс зайдет, блять, будет хуйню нести в чате, какое-то говно напишет. Я дам мут нахуй. И тут, и там, блять, и все. У меня есть на это права, блядь. Не просто так эти права даются. Я тебе ничего и не предъявлял. Я тебе предъявил только за ЗС, что ты неправильно поступил. Мне это типа лично посрать, с кем ходить в рейды, с кем да не ходить. Главное, что эти рейды проносятся, блядь. Да, да я-то это понимаю, знаешь. То, что, блядь. Как поступает, мне тоже посрать. Те, кто я хуесошу, кого, блядь, хуесошу, нахуй. Большинство из них уже изменились, нахуй, нормально ДПС отжили. Ну, вот... Даже тот же самый Шреддер скачал наконец-то кулаки. Да, тот же Шреддер, смотри, я тоже хотел, ну, я не знаю, кому-то я говорил, что Шреддер, вот, я говорю, я кому-то рассказывал, Шреддер играет, ну, писал мне сначала, что я тупой, там, мы с ним, я пытался общаться, знаешь, я, блядь, сижу, пытаюсь общаться, он там говорил, что я тупой, там, смеялся, не думаю, ну, в итоге он ходит, дамажит, Дискон? Серва? Да, походу. Ходит, дамажит, вред, да, смотри, ну, блядь, ну я не знаю, ну он нормальный, адекватный человек тоже. Ну я не знаю, можно как-то там, не знаю, посмеяться, но я всегда, вот честно скажу, я за ту позицию, что нужно до самого последнего искать в человеке, ну что-то, я не знаю, что-то позитивное, что-то хорошее. Потому что каждый из вас, даже я и все заслуживают того, чтобы показать себя с лучшей стороны, что, ну, показать, что мы все-таки не какие-то животные, там, не знаю, не какие-то недоумки, там, не знаю, мы просто можем прийти к совместному решению, все это решить, там, ну, какой-то спор примирить, там, не знаю. Я знаю, с кем бесполезно разговаривать, с Алисой. Блядь, да это я... бесполезная и бестолковая хуйня, блядь, а ну что ты дальше думает себе? Я сейчас даже не наговариваю, блядь, я абсолютно... Ты понимаешь? Сужу. Ты слышал? Не, да, я слышал, я был с самого начала почти. Она сказала, что я, блядь, царю, нахуй, что она, точнее, она напиздела царю, блядь, что я сказал, что он ливнул в другую гильдию из-за шмота, блядь, потому что тут не одеваешься, нахуй. И что я про Уматурму и остальных, блядь, говорил, нахуй, то про нее, блядь, и про Уматурму это говорил, нахуй, что она ливает тупо из-за шмота, а царю я начинаю лизать жопу, нахуй. Это вообще, блядь, нормально? Это что-то... Да забей, она ребенок, она не понимает, что она говорит. Да, иногда. Ей 16 лет, мастер, да, не обращай внимания. Там реально, ну, блядь, вспомни себя в таком возрасте. Я вот себя вспоминаю, там, ебать, там,
Я не был таким конченым, не его так, блять, там все равно в таком возрасте в мозгах-то нахуй еще ничего. Ты не был девочкой, начнем с этого. Ну, здесь это уже другая ситуация. Не знаю, я еще тогда предлагал, блять, вам, ну, то, что этот самый мастер в итоге сделал. Канал, блять, в котором может говорить только РЛ. Но только, блять, вы опять все испортили, блять, дали права. Права были до этого человека. Ему дали права, потому что он водил рейды. Ладно, это все, давайте чуть другую тему я затрону. Вот, я вчера не был в Дискорде, да, я зашел только на ИВК. Что ты в РСке творил? Вот, блин, веришь, меня уже бомбить начинало. Ну, ты дал Алисе раз, два, да, там, потанчить. И тупо потом дается ГП людям просто из-за того, что она не может. Она на этих, блин, лучах сосредоточилась, забыла агро. Ну, понятно, что она так и будет. Вот пока я тебе не попросил спекни с танка, блин, давно да, было. Да, я за РС-ку тоже знаю. Но... Ну, ошибка это, блин, твоя была, там, согласен. Знаешь, там знаешь, как было? Ну, либо она дурочка, либо я дурачок, либо мы просто все оба дурачки. Знаешь, как получилось? Она то ли неделю назад, то ли две, она, ну, я у нее спрашиваю, Алиса, ты еще не танчила тьму, ты типа не умеешь танчить. Она говорит, я танчила. Ну, говорю, ну ладно, затанчишь тогда на следующем КД, я посмотрю. Она не танчила. Ну так получается, видишь, ну я не мог неправильно запомнить. Подождите, я расскажу за Думу, что случилось. За Дум, смотрите, какая ситуация. Мне царь пишет в ПМ, что Алиса, блядь, ему все ВК нахуй сфлудила и рассказала, что я напишу на царя то, что я, блядь, типа сказал, что он минул из гильдии чисто из-за того, чтобы пойти в другую гильдию, блядь, чтобы одеваться нахуй. Тапе, оба успокоились, я даже не знал этой истории. Я сегодня просто заценил по вашему общению. За что ты меня ненавидишь? Алиса, ты тоже, пожалуйста, ну не надо, чего вы ругаетесь? Царя вернем, все хорошо. Меня все перебивают, значит, я тоже могу вас перебивать. Тебя никто нахуй не перебивал, блядь. Ты мало спокойно пиздеть, если бы не говорил следующие вещи, блядь. Тебя все молчали, нахуй, слушали, ты взял и просто сказал, ой, меня перебили, нахуй, я хожу в другой канал. Это вопрос, нормально вообще, блядь? Нас 25 человек. Ну, потому что меня бесит, вы пока блядь. Меня перебиваете, я не могу слова даже сказать. Так говори сейчас, ну. А я уже все написала. Но еще мне очень сильно интересно, за что меня все-таки ты ненавидишь. Ебать. А ты задумаешь? Успокойтесь, пожалуйста. Я закончить думаю, рейд, и после рейда будет собрание. Потому что там люди реально вас ждут. Родительская. Там у нас сейчас это, из Дискон. Ну, типа, блядь, на собрании, мне кажется, мне никто слова не даст сказать, все будут полчаса говорить свою речь, и в итоге я постоянно... Я лично всех замутаю, будешь говорить. Да. Будешь первая говорить. Я лично за этим прослежу тоже. Выскажешься, пиши, готовь речь там, пиши, будешь читать. Дальше напишет кровью на стекле. Готовь речь, говорит. Блядь, зачем ты подсказываешь... Человеку, блядь, идеи. Кровью на стекле. Ты так не шути. На стекло будет страшно смотреть снаружи. Алиса, вот смотри, я тебе скажу пару ласковых. Вот ты реально хорошо танчила и танчишь все хорошо. Ну, в РС-ке там проблема, какая-то паника. Ну, ничего страшного. Ну, просто не будешь танчить пока что. Вот и все. То, что я тебя ставил, я думал, ты затанчишь. Думал, ты там где-то была в этой гильдии, там танчила. Ты сказала, что танчила. Или я такой, или я... Подожди, не перебивай. Или я такой имбецил, просто неправильно тебя услышал, дурачок, и поставил тебя. Ну, я просто тебя не буду больше ставить. Неправильно услышал, потому что я говорил то, что меня в РС не взяли, я на замене там был. Ну вот. Видишь как. И там дали какое, не только тебе. Расскажи, когда я говорил за Уму Турму, что он ливнул другую гильдию, чтобы одеваться, блядь, по такой же причине, как ты. Ты такой заходишь и говоришь, угадайте, где сейчас Уматума. Ну да, в джоуках. Я ж не сказал прямым текстом, что он ливнул в гильдии для того, чтобы одеваться в другой гильдии. Да мне так же плохо. Я, слышал? Короче, за что тут босс запустил? Заходите. Меня моба бьет. Что ты говоришь? Вчера так же само хожу налево, ливнул, по-моему, в джоке. Я его в рейдах не видел. Там. Я видел его в рейдах, он за СМ будет в рейдах. Так что ты мастер говорил, я глухая.
почему ты решила, что я сказал, если я прямым текстом не говорил, что Ума Турман ливнул из гильдии чисто из-за того, чтобы, блядь, одеваться в другой... Ты что, только на меня? Потому что только ты так сделала, блядь. А то есть Матума не пошел в другую гильдию, да, и Сарри? Нет, у него на это была причина. Он мне все написал, блядь, в ПМ, свою причину. Ты мне, блядь, даже мне этого не объяснила, блядь. Ты ливнул из-за каких-то нахуй ебаных, легендарных, блядь, легендарных ГП, в которых ты была виновата, блядь. Ты даже нихера не доказала, даже никого не слушала во время РТ нахуй ливнула. Сейчас я найду, нахуй, где я объясняю причину тебе. Блядь, не надо, нахуй, этой хуйни. Ты объяснила причину мне другим, нахуй, потом еще способом. Потому что ты девушка, к тебе относится всегда хуже. Это уже про другое было. Это про... А ты каждый раз находишь новую причину, блядь. Че я буду с тобой разговаривать? Ну, короче, сейчас не перебивай, я тебе скажу в последний раз, чтобы ты, возможно, понял. Я ливнула... По той причине, что Войт мне дал просто ГП, я от этого сгорела, потому что я не стоял в луже, эта лужа во мне не появлялась нет, даже. Я не могла даже от нее сдохнуть, я не могла сдохнуть от боты. Так, блядь, Войт записывает видео, ты могла как пруф это просто скинуть ему. Я ей это сказал, она типа говорит, что она сгорела, а крас, она даже, блядь, только ливнула, блядь, из гильдии, минута проходит, она уже в пинке Блиндекс, блядь, минута. Я, короче, это, писала своему знакомому, тебе там в гильдии не нужен, ну, короче, такой, ну, окей, давай, пойдем, я такая, окей. То есть ты не хочешь сказать, что ты это сделала еще до того, как Войт дал ГП? Нет, это было после того, когда меня кикнули с рейда, и я сразу ему написал. Тебя никто с рейда не кикал, насколько я знаю. Меня кикал Войт с рейда, не надо. Не надо, ты там что-то другое было, блядь. Тебе дал 100 ГП, ты ливнул. Меня кикнули, можешь на видосе Войда посмотреть. Ладно, на давайте видосе Войда посмотрим не потом. Мастер, посмотри и почему? Говорить. Он же типа... А, хотя, он был Райлом. Ой, да я не помню. Да забейте хуй, чё вы, блядь, роетесь, хуй знает. Потому что я не люблю, когда мне на меня пиздят нахуй за спиной. Выставляя меня при этом, блядь, хуже специально, блядь. Мастер, я тебя люблю, давай дружить. Давай трахаться. А, теперь ты так, мастер, блядь, да? Хуже тебя, блядь, наверное, я понял, только да. Я. Да блин, нужно же найти общий язык со своим врагом, подружиться. Чтобы не срать с ним. Так что давай дружить. Или давайте просто 8 ненавидеть лет. Друг друга. Я знаю, что у вас было. Я ему дружбу предлагаю, алло. Войду ты тоже сначала дружбу предлагала. Да Войду я дружбу не предлагала. Короче, Алиса, если кто-то напьется, накурится и чего-то объестся, какой-то хуйни, белины какой-то, и скажет тебе тончить в тьме в РСке, ты скажи, что ты даун, что, ну, что хочешь, скажи, но что-то скажи, чтобы тебя туда не ставили, ладно? Не забывай об этом. Ложимся. Кто-то зашел время. Скажи, что я пьяная и не в состоянии сейчас. Скажи, что у тебя рука в гипсе, что-нибудь скажи, придумай, не знаю. Да что, тебе так стыдно за меня? Да это вообще позорище. Ему, наверное, просто вообще, да, конечно. Да, типа, почему ты, чётчик? Что-то употребил, значит, ой-ой-ой, как это плохо. Вот, то есть, из-за чего у нас начался этот разбор? Вы все перекинули даже на царя элементарно. Потому что, вот, реально, нас 25 человек идет. Я вам попросил, что, может быть, некоторым нужно закрыть этого профа. Все на морозе, реально все. И началось. Мы поднимаем тему твою задумать. Тема, которая была, у нас были другие темы. Во-первых, это за Алису, ее пиздец за спиной. Во-вторых, это, блядь, была тема, нахуй, за эсом, почему царь ливнул. В итоге, нахуй, к чему мы, блядь, пришли. А теперь поговорим про тему твою с профихардом. Во-первых, я тебе когда говорил, я не говорил, что, нахуй, он ПВП, оставайся дальше в ПВП. Это сказал Шарписту. Это раз. Во-вторых, потом ты сказал, давайте их одевать. Я спросил, а кто такой, нахуй, этот человек, блядь? Если он даже в рейде не идет, тот сидит и в ВК, нахуй.
А тот, нахуй, не знаю где, я не мог кинуть, потому что мне даже ассиста не было, я не мог ему пати кинуть. Виталий, потом... суть в другом, смотри, подожди, ты рекрутер, я тебя услышал, ты рекрутер, какое у тебя сложение, точнее, к ним, они к тебе какое мнение, скажи, вот, применили, ты вот так вот с ним, что, с профи хардом пообщался, ну, щитблок-то понятно, я знаю, за чего он там, допустим, ашукашил, там, ну, ты вроде бы нормальный, как бы, знаешь, почему бы не попробовать ему закрыть, почему нельзя просто обратиться к самому человеку? Так я его, блядь, даже не трогал, нахуй. Вот в чем проблема, он наехал, блядь, потом. Как я должен с этим человеком общаться? Я сказал, я не знаю, кто это такой, блядь, как ему нахуй закрывать, если я его не видел ни на номер тена. Потом ты сказал, нахуй, я, блядь, тут нахуй общаюсь, хотя есть другие рекрутеры, блядь, а я общаюсь с ним, блядь, в гильдии. То есть, как будто ты один, блядь, все делаешь, нахуй, больше тут никто нихуя не делает. Вот так это для меня прозвучало, поэтому я начал не тебя, этот, блядь, писать, что за хуйня, блядь. В итоге, ребят, я просто подытожить хочу. Если человек хочет закрыть ича, мое мнение, пускай идет с нуля. Никаких, я не знаю, присумониваний. Ну, разве что это какой-то офицер типа микстурки. Потому что он евреет, идет, и он на замене сидит. А люди, которых я не знаю, должны идти с нуля. И их нужно посмотреть. Я их не видел, мастер не видел. Их никто не видел в рейде, как они играют. Зуламан какой-то там где-то видео есть, там Элрейг, он говорит. Если есть знакомые, за которых, блядь, человек ручается, я знаю, что этот человек, который ручается, нормальный, нахуй, тогда без вопросов вообще, типа, я знаю. А тут, блядь, закроем сейчас, блядь, ему профа, нахуй, за, блядь, закрыли, нахуй. Он взял, нахуй, шоу Джол. И ты хуй знаешь, что он пиздит или не пиздит, нахуй. Вот ты знаешь сразу или нет, нахуй. Вот в чем еще вопрос, блядь. Я был не против, чтобы он пошел в рейд, я сам хотел на него посмотреть, что он может, что не может. Ну то сразу спорили, блядь, с того ни с сего, говорят, у нас нету времени. Нету, так нету. Так вот, мастер, давай дружить. Ой, блядь, вот это Алиса, блядь, ёбаный в рот. Ну а что? Блядь, вот эту хуйню иди с ним в отдельный канал и хуярь. Вы с царем как-то решать вопрос между собой будете? Вот. Я? Или ну нах? Я могу что угодно решить. Могу с тобой, могу с мастером решить любые вопросы. С царями, с любым человеком могу все это решить. Пускай заходят и решают. Я лично за кем, ни за кем бегать не буду. Я не буду никого звать. Он зайдет и решит, ему надо. Можете его позвать, Медвей может его позвать. Пускай меня вызовут на ковер там и спросят, вот ты пидор? Я скажу, да, пидор. Все. Я тебе тогда говорил, что у вас, конечно, сложилась такая, ну, маленькая ситуация нехорошая, что царь на тебя гонит, и, ну, видно по общению. Но суть-то в другом, блин. Даже если мы его вернем, хрен. ГП, вот смотри, кто ливает? 3000 ГП при возврате, хрен. Так я смотрю, ты уже ливаешь гильдии, как традиция стала. Ну, а почему бы нет? Это эмоции, это люди не умеют справляться со своими эмоциями. Что Алиса, что царь, слишком эмоциональные люди. Кто ливал там, не знаю. Все, по-моему, эмоциональные. Но нужно уметь контролировать эмоции. Эмоции не должны иметь главенствующее значение в человеке. В смысле, а как же доказать пану, что я сорву? Мне вчера очень понравилось. Что ты пану докажешь? Нам даже нужен в рейде. Кого-то позвать там, понимаешь? Типа должны сами. Вот почему. Пана агро сорву. Видите, да? Карочка там слома не ходит в рейды, кого-то не любит. Лео почему перестал в рейды ходить? Тоже, блядь, потому что за шама его загнали. Что ему сложно? Он сидит, сука. Да вы сюда всех перекинули или меня перекинули? Зидум, я тебе. Почему Лео ушел? Я его что-то спрашивал, я забыл почему. Ну, суть не в этом, типа, он там что-то говорил, но он всегда ловил ГП, он ничему не учился, то есть от того, что он ушел, мы никаких потерь не понесли. Да, у него слабая реакция просто.